Экологические инновации для чистого будущего в объективах мэтров российской фотографии. В Самаре открылась выставка «Бонаква. Взгляд в чистое завтра». Компания перешла на новую технологию производства биобутылок, которая позволяет использовать растительное сырье. Это своего рода технологическая и экологическая революция. Биобутылка на 30% состоит из растительного сырья. Таким образом, эта бутылка становится более экологичной, так как экономится нефть, да, которая является невозобновляемым ресурсом и обычно используется при производстве пластика, и значительно снижается углеродный след при производстве. В дальнейшем компания планирует использовать технологию производства биобутылки более масштабно и сделать ее практически на 100% из биопластика. Сейчас технология внедрена в 30 странах мира. Производителям удалось сэкономить более 500 000 баррелей нефти, и примерно на 200 000 тонн сократился выброс СО2 при производстве.